сегодня очень прекрасный день. Не забываем про наши шикарные хлебницы. Их заготовили огромное количество. Здесь еще возле на производстве стоят. Юля, ну-ка покажи класс, как он открывается и закрывается. А? Бесплатный детский труд. Открывай. Не-не-не, куда пошла? Вон же ручка. Открываем. Тяжело, что ли, так? Раз. Вот видите, створка открылась. Ширина, получается, габарит 1,17 м, длина 2 метра. Можно установить на брус и так далее, на любой короб, как вам удобнее. Закрываем. Все легко, легким движением руки. Закрываем. Теперь с другой стороны открываем. Ну, тут не дотянуться. Юля, помоги с той стороны. Вот так вот. Раз. Видите, здесь с этой стороны тоже есть ручка. Закрывай обратно. Закрываем. Такое двухстороннее, с двух сторон. Везде уже стоит, заметьте, обратите внимание, торцевой профиль, перфолента, резинка уплотнительная. Все собрано уже, везде. Везде торцевики, везде перфолента. Брус пропитан эти сетки. Там обратите на это внимание. Следующее хочу вам сказать. Про павильон 2,5 метра шириной. Вот он стоит, смотрите. Сейчас все павильоны с прошлого года, и вообще теплица, мы скоро перейдем, прямостенные. Высота у них 1,80 м. Обратите внимание, высота стены прямого участка 1,80 м. Высота в коньке 2,35 м. Или 2,30. 2,35. В нее могут останутся любые двери. То есть основные преимущества — это высота стены 1,80 м. Стандартная для всех теплиц наших. Высота в коньке 2,35. Второе. Перелив. Обратил внимание, как делают ноги. Просто ломают вот здесь поликарбонат и все. Со временем он начнет ломаться у вас, если вы просто лист переломите. Поэтому здесь идет система такая. Поликарбонат, перелив, уголок 50-50, сверху поликарбонат. Вот такой узел получается. Стеновой, мощный, надежный, который прослужит долгий год. Следующее. Это, конечно же, фермы. Чтобы у вас любую снеговую нагрузку выдержала. Так как ширина 2,5 м в камеру не входит, соответствующий полимерно-порошковый покрас, она делается из 2,5 м. Справа, слева. Ничего сложного. Также фрамуги. Обратите внимание, какие они огромные. И лист нигде не режется. Большинство, практически у всех, фрамуги и форточки, они просто по кругу вырезаются. Получается круговая щель. Что в стенах, что везде. То есть нет нигде нахлёста, не герметично. Везде бежит вода. Это дверь двухстворчатая. Ну вот, вроде бы. Зрителям, подписчикам привет. Сегодня сделали вот такое чудо. Чудное. Это у нас парник-хлебница. Стоит он на 5 рядах бруса. То есть один ряд у него свой. Родной в комплекте. И 4 ряда дополнительно. Вот такая высокая штука получилась. Очень удобно. Подходить. Все на уровне. Все, раз, закрыл. Пошел с другой стороны. Другую открыл. Створку. Все супер. Такой парник-хлебница высоченный получился.